Всем привет! Как вы видите, я с птичками, и вообще ужасно. Все ужасно? Ну ладно. Сейчас я буду краситься, но мне надо краситься довольно быстро. Надо краситься. Такой макияж мне получился. Мне не нравится, как я выгляжу с косичкой вообще. Я оделась, и так вот я выгляжу. Не видно. Сейчас, секунду. Я не хочу в школу. Я взяла портфель. Тоже взяла портфель. У меня, кстати, еще так я там не была. Нашел там. Мы идем встречать Соню. И идем с вами к нам в школу. А мама нас выкинет с нами, потому что Вики надо классе 15, а мне класс 8. Короче, мы пришли в школу, и нам только что делать телефон. Мы стоим телефоны. Мы освободились. И что я вам хочу сказать? Мне надоело. Короче, что хочу вам сказать. На нас забрали телефоны. Я сидела песни и пела тиктока, мы когда шли по ступенькам, пели почти всем классом распродажи на Алиэкспресс круто. Мне было настолько скучно, что я пела песни с тиктока, просто что у меня в голове. А вот. И еще мне надоело в школу ходить, все. Мы прошли домой, смотрите, Века тут показывает свои учебники. Это немецкий, ребят, это немецкий, в пятом классе! У Даши нету! Бесит. Как тебе первое впечатление о школе? Тебе нравится? Нет, мне не нравится. Ну, типа, я устала просто. Мне скучно было. А мне нет, я пела песню с тиктока. Где английский? С Евой. Где английский? Это какая часть? Это вторая часть. А это же физика. Физика! Физика! Привет! Сейчас я буду подготавливать свой портфель к новому завтрашнему учебному дню. Обожаю. И еще мне сегодня надо будет выложить влог вчерашний. Я даже не смонтировала. Круто, да? О, литература! Ой, а водички горячие. Надо все делать. Литература. А где моя обложка, которая... Как раз таки на литературе. Сколько всего литературы. Я в шоке. Короче, когда я все соберу, я к вам вернусь, потому что я уже 4 минуты снимаю. Сейчас будем делать математику. Единственный урок, который мне задали. Короче, я почти доделала математику, я не сделала только это. Одно задание, а потом доделала, потому что не могу. Мы приехали. Нам принесли уже наш заказ. Вот это моё. Викина, мамина, картошка и мамина. Это мои сырные палочки. И нам по бургеру и все. Буду пробовать эти вот сырные палочки. Она богачка. Мне Время пол восьмого, и я только что выложила влог. Конечно, за него никто не посмотрит, потому что на влоге не смотрит никто, и это обидно. Очень обидно, потому что я бешусь из-за этого очень сильно, то, что они не сохраняются, либо то, что они не выкладывают, или выкладывают очень-очень долго. Из-за монтажа, потому что я наснимала, вот, допустим, того, который я сейчас выложу, я его наснимала на 40 минут. Мне надо было из этих 40 минут выложить такое интересное, потом посмотреть все эти 40 минут, это как бы уже 40 минут. Надо посмотреть все эти 40 минут, чтобы обрезать ненужное. Кстати, мне еще надо будет смонтировать Сима. Надо будет смонтировать еще сегодняшний влог, чтобы завтра его выставить.
Всем привет. Сейчас я буду сбивать. Что я хочу сказать? Этот влог, скорее всего, я не знаю, когда я буду монтировать. Я думала, плюс прошел, а он не сходит. Мне кажется, плохо видно. Да, все. Вот. Сейчас я беру, снимаю крем и смываю это на крем и пудр, чтобы чем наносила. Вот, беру другой ватный диск. Упс, какая струя на меня полилась, да? И смываем глаза. Кстати, уже третий ватный диск. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас всех очень ценю. Пока. Увидимся завтра.